Я не могу больше идти в магазин, покупать там сигареты и хлебушек и знать, что часть вот этих денег, она пойдет на ракеты, которые Путин запустит в Украину и убьет там людей. Я понял, что пора что-то делать и начинать что-то менять. И я понял, что, к сожалению, мирного пути смены власти в России уже нет. Я понял, что есть только силовой путь, и я понял, что надо вступать в Легион Свободы России. Я подал заявку и просто уехал в Грузию.